Всем привет! Вы на канале вязания, я Светлана. Продолжаем вязать такую юбочку, так, на девочку. Я вам показывала на предыдущих уроках, как вязать кокетку. Кокетка вязалась поперечным вязанием. Теперь я покажу, как мы будем вязать дальше уже юбочку. Вот от этой части мы вязали вот так, а теперь будем так вязать складку. Приступаем к вязанию. Так, вот где у нас проходит жгут на кокетке юбки, да, мы должны набрать на этой стороне по всей юбочке 154 петли. Я набираю вот таким образом. Я набираю сейчас на лицевой стороне. Можно набирать не спицей, а крючком. Я набираю спицами тройкой, как и вяжу. Вот за край, за переднюю часть петли, я вот за переднюю я беру и вот таким образом. И так мы набираем 154 петельки. Так, набираем самостоятельно. Я вам показала, как. Еще хочу сказать, если как я набирала вот петли на лицевой стороне, а если вы будете как и я набирать на лицевой, значит второй ряд будем вязать изнаночной. А кто будет набирать на изнаночной стороне, то будет второй ряд вязать лицевой. То есть, чтобы здесь шла гладкая вязка, то есть лицевая гладь. Так, я набрала петли. Теперь следующий ряд мы вяжем, то есть изнаночные петли. Но тот, кто будет набирать петли на изнаночной стороне, на лицевой, он будет вязать тогда лицевой первый ряд. Поняли? Так. Провязали мы дополнительный ряд, то есть нулевой. Так, изнаночную одну мы провязали. Теперь у нас, где изнаночный будет, это как бы между складками будет проходить, да, как полосочка. А складка будет состоять из 13 петель. Следующие мы будем вязать 5 лицевых. Так, теперь вот следующие 2 петли делаем накид. Теперь следующие 2 петли мы меняем местами. Первый со второй. И провязываем уже эти 2 и плюс 1, 3 петельки лицевой. Вот, провязали одной. Теперь накид и вяжем 5 лицевых. Так, провязали. Вот у нас получилось 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель. Это получилась складка. Теперь опять 1 изнаночная. И теперь точно так повторяем. 5 лицевых. Накид. 2 петли следующие мы меняем местами. Чтобы ровно ложилась средняя у нас петля. Средняя. Теперь 3 петли мы провязываем одной петлей лицевой. Теперь накид. И опять вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Второй ряд будем вязать. И все четные ряды.
какую видите, то и будете провязывать, так, петлю. То есть, где изнаночные, изнаночные, где лицевые, лицевые. И где накид делали, мы будем провязывать изнаночные. Так, вяжем. Второй ряд. 3, 4, 5, 6. Так, вот мы провязали 13 изнаночные. Теперь 1 лицевая. Опять вяжем 13 изнаночные. Так, следующая петля идет лицевая. То есть так узор будете так и вязать. Получается 1 изнаночная, 13 лицевых. Это на лицевой стороне. Это получается изнаночная петля. Разделяет складку. Складка 13 петель. Получается 14 петель. Это получается узор наш. И будем добавлять только петли по изнаночному ряду. То есть там, где отделяется складка от складки. Вот сейчас 1 изнаночная, потом будем прибавлять по 2 сразу. Так, дальше. Третий ряд. 1 изнаночная. Вяжем. Теперь 1 лицевая, 2, 3. 3 лицевых. Теперь следующие 2 петли. Мы будем их снимать и поменять местами. Вот так. Чтобы ровно ложились. Я их перевернула. Теперь 2 вместе провязываете одной лицевой накид и вяжете 1, 2, 3 лицевых накид. Так, первый снимаете, второй переворачиваете и теперь за заднюю стенку провязываете одной лицевой одну петлю. 2 этих, 1 лицевой. Дальше вяжите 1, 2, 3 лицевых. 1 изнаночная. Опять повторяете. 1, 2, 3 лицевых. Поворачиваем эти мы петельки 2, чтобы ровно легли. Теперь за переднюю стенку слева направо провязываем 1 лицевой накид и 3 лицевых. Теперь опять накид. Здесь не 2 поворачиваем, а первую пропускаем, вторую поворачиваем. Так, и теперь вяжем за заднюю стенку справа налево 1 лицевой и дальше опять 3 лицевых. Так, провязали третий ряд. Четвертый ряд вяжете, как обычно. Как и все четные, как второй ряд. Вяжем 13 изнаночных. Это все четные ряды. Все четные ряды до прибавления на изнаночных петельках. Покажу вам. Так, 13 мы провязали изнаночных, 1 лицевая, опять 13. Так, последняя здесь идет лицевая.